Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня украшаем торт на 25-летний юбилей для девушки. Такой торт я делала впервые. У заказчицы непереносимость молочных жиров, поэтому бисквит в этот раз я выпекала классический. Для прослойки крем использовала белково-заварной. Также я обжарила орехи, приготовила карамель. Смешала и скалкой поломала на маленькие фрагменты, чтобы хоть немного скрасить вкус. Сделаем контур сердца сверху и сбоку торта. Окрашиваем крем красным красителем в розовый и красный цвет. На гвоздик наносим основание из крема. Розы будем крутить насадкой роза. Дополнительно цветы окрасим сухим красителем-распылителем. Также отсадим маленькие розовые цветочки. Сердцевину я сделала насадкой «Закрытая звезда». Насадкой «Закрытая звезда» отсадим цветочки по контуру сердца. Мне не понравился этот цветок, и я решила сделать его по-другому.
Часть крема окрашиваем в салатовый цвет. Насадкой листик отсадим листья. Внизу и вверху торта отсадим бусинки из крема. Насадка трубочка. Торт получился 2 килограмма 200 грамм. Белково-заварного крема в прослойку и на украшение ушло примерно 6 белков. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!